Но это нельзя назвать отпуском в классическом смысле этого слова. К сожалению, я разучился отдыхать. Я это практически уже не умею делать, потому что отдых это на какой-то период отвлечься от основного рода деятельности. Просто отдыхать морально, физически и так далее. На должности президента это не получается, это невозможно. Вот как поступали звонки от разных министров, как проходила суточная сводка о совершенных преступлениях, так все это проходило. И на все это приходилось реагировать. Но это, с одной стороны, нормально, такова жизнь.